сейчас, как вы знаете, в школах очень популярным является школьное проектирование. Но на 90% эти проекты оканчиваются бумагой. Цифровая форма представления информации – это есть в какой-то степени новый цифровой питательный бульон, в котором растут новые цифровые формы. Так, ты же начинаешь. Я начинаю. Ты начинаешь? Я начинаю, да. Мы расскажем вам о том, как устроены 3D-принтеры, как они работают и как собрать свой. В наше время люди печатают различными материалами, такими как ABS и PLA пластик, нейлон, лед, дерево, даже шоколад. Наши 3D-принтеры самовоспроизводящиеся. Это значит, что большинство их частей напечатано на других 3D-принтерах. И, соответственно, чтобы создать такой, вам нужен один материнский 3D-принтер и кучка витаминов. Нет такой заветной кнопки, нажав на которую, вам компьютер сам начертит то, о чем вы подумали. До этого еще прогресс не дошел. Сейчас вы видите, что наш кубик потеснил корпус для одной из микросхем, которую мы недавно делали. Этот корпус спокойно может быть напечатан без всяких структур поддержки, но только если он правильно ориентирован. Если у вас есть дачный участок, 6 соток, вы можете его покрыть чертежами 6 разных процессоров Intel Pentium. В первое время вы будете работать на принтере, который будет выглядеть как огромная вермишель проводов, потому как наш принтер выглядит так даже сейчас. Но без кабель-канала он бы выглядел так еще больше. Экструдер является самой важной и самой сложной частью 3D-принтера. Тем не менее, ничто не сложно, если разделить это на маленькие части. Вместе с ABS-пластиком очень популярно использовать пластик поддержки, который, например, позволяет печатать вот такую вот деталь, вот так вот. Я могу с легкостью сдвинуть каретку рукой в тот момент, когда мотор выключен. Но если мотор включить, то сдвинуть ее у меня уже не получится. Ваза разбилась сама, нечаянно. А вы хотите маме эту вазу сделать. Достаточно, чтобы мама не видела разбитой вазы всего каких-то 6 часов, и потом из принтера появится точно такая же. Чтобы сделать что-то на 3D-принтере, необходимо учитывать нюансы технологии. Именно об этих нюансах мы вам расскажем.